трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2017 году составила 5819 рублей. Это, по данным Российского союза автостраховщиков, меньше показателя 2016 на 4%. Первое снижение, начиная с 2004 года. Средняя выплата при этом выросла на 10% до 76 тысяч. Собрали с автовладельцев страховые компании в прошлом году 230 миллиардов рублей. Выплатили 180 миллиардов. Трасса 101. Российское министерство транспорта готовит поправки в законодательство, согласно которым кондукторам общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных пассажиров, если после этого возникнет угроза их жизни и здоровью. То есть, к примеру, если на улице мороз. Проигнорировавшим это правило контролерам будет грозить наказание. Деньги с неоплативших проезд граждан планируется взыскивать в судебном порядке. Трасса 101. Продажи люксовых автомобилей в России в прошлом году по сравнению с 2016 выросли почти на 20%. Всего наши соотечественники приобрели 1500 машин лакшери-сегмента. Самым востребованным оказался Mercedes Maybach S-класса по цене от 9 миллионов рублей. На втором месте модели бренда Maserati. Минимальный ценник около 6 миллионов. Бронза досталась Bentley. К примеру, одна из спортивных модификаций Continental стоит 13 миллионов рублей. Новое поколение кроссовера Peugeot 5008 будет стоить минимум 1 899 тысяч рублей. Машина комплектуется либо бензиновым мотором объемом 1,6 мощностью 150 лошадей, либо двухлитровым дизельным движком той же мощности. Коробка – шестиступенчатый автомат. Базовая комплектация подразумевает наличие фронтальных и боковых подушек безопасности, системы стабилизации, системы контроля давления в шинах, электронного стояночного тормоза, круиз-контроля, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и так далее. Трасса 101. Курьезный автослучай в Москве. Мужчина получил письмо счастья на 3000 рублей за то, что припарковал свой туарег в неположенном месте. Курьез в том, что в тот момент машина потихоньку двигалась в пробке по средней полосе. На фото в письме хорошо видно, что сзади и спереди внедорожника находятся другие автомобили. Москвич захотел отменить взыскание, однако ему сказали, что срок обжалования истек – 10 дней, так что штраф пришлось оплачивать. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.